Доброго дня, ми з України. Сьогодні була у нас обична сьогодення патрулювання міста Привілля, під час цього патрулювання постійно обстрілювалось з артилерії та мінометів це містечко. Ми під'їхали до бомбосховища. Коли ми туди під'їхали нарядом патруля, то к нам підійшов військовий та повідомив, що зараз його побратима поранило в голову, йому потрібна срочна евакуація. А також було поранено цивільного в ногу. Після цього ми на службовому транспорті вивезли до лікарні цього військового та цивільного, де їм було надано невідкладну медичну допомогу. Потім ми нарядом патруля Луганськ-1 повернулися до міста Привілля, де в подальшому з цього бомбосховища трьома виїздами евакуювали приблизно 32 громадянина, які висловили своє бажання евакуватися. Місто Привілля знаходиться під постійними артилерійськими обстрілами. Також під час евакуації ми саме в цьому убедилися. Машину полицейского. Давай быстрее сюда. Ваша задача будет скомпоновать сейчас еще людей. Мы приедем сейчас заберем. Она добежит. Да как она добежит? А вы не добежите, сидите. Добежу. Сиди, пожалуйста. Всех вывезут. Вы затормозите. Вы были готовы быстро. Выбежали, все машины уехали. Раз, два. Держите руки. Вот, я вот за бабу. Вчера полодина стоила 9. Успокойся. Я сейчас не поеду. Похоже. Бачишь, сейчас перестреляй. Да, конечно. Папа, пускай. Давайте подождем. Или вот откуда вы? Мы до Лисичанска довезем, оттуда повезут на Днепр. Вот. Так еще не все здесь, все не пришли. Еще все не пришли просто. Мы эвакуируем, пожалуйста, целый этот. Ребята ездят и забирают по 2-4 автобуса. Они постоянно приезжали и забирали. Автобусы битком забитые уезжали. Это же блокнот там. 86 человек за один день. Это было 2 дня назад. Спасибо полиции, что помогает вывозить, эвакуировать людей. Других вариантов сегодня нет, просто эвакуационные автобусы к нам добраться не могут, потому что идет обстрел. Ну, в общем, своими силами полиция вывозит людей. Вывозит с Приволья. Полиция вывозит с Приволья. Город Приволья, возле Лисичанска, недалеко от Новодружеска. Это маленький городочек, но ведется сейчас обстрел. И людей вывозит полиция до Лисичанска. Там автобус посадят до Днепра. Вот, спасибо большое им. Выходим. Есть там пол? Надо, там еще. Давай. Идемте, дедушка, идемте. Дедушка, ну проходите. Давайте, сумку, идемте быстрее. Давайте, уколи. Окей. Давайте. Все выходим, все, места много. Проходите туда к машине сразу. Вон две машины. Вон две машины. Садитесь туда. Вон две полицейские машины. Бежу. Где Паша? Бежу.
Лежать! Лежать везде! Куда вы несете? Давайте, Паш! Ой, вообще, как... Выход, выход, выход! Все, поехали, поехали! Блядь! Там закрылась. Все! Закрыли? Не снились! Уже старый для этой физкультуры. Бабушка, как в молодости, в хлопца на руках, да? Ага. Так хлопец у бабушки получается. Хлопец же крутится. За поворотом можно будет уже потом помедленнее. Я, честно говоря, в шоке. Там? Я понял. Нет, не стоит. 10 вылезли. Ты что, голубями прибегал? Потому что нет, мы еще двое парень еще вылезли. Привай. Какая там ситуация? В жопу ранил. Уже прооперировали? Уже прооперировали. Солдата, да, ударило в голову, короче. Побежал тянуть его. И тут прилетело, короче, мужика разорвало, мне в жопу. Ну вот там. А кто вывез вас? Милиция. Милиция. Сразу. Полиция, да, вывезла? Да, полиция и солдата, и меня. Все. А вы помогли украинскому солдату? Ну да, да, бросился зеленка с йодом, там, со всем этим. И только по к нему, к голове к его, и сразу придет, и по мужику, и по собаке, и по мне. И все. Он не выжил. Ну, на крематорск повезли. Люди говорят, довезли нос там, еще, ну, короче, в затылок. Мозги в шапке остались. А вас прооперировали? Несложная операция, видимо, была. Да ну, обкололи, что там, осколок вытащили, наверное, пальцем. Даже не чувствовал, что я думал, просто кто запнул по жопе. Ну уже все, отсиделись, решили? Уже все, да, да, да. Приехал, вернулся обратно, а опять бомбят. За девчонкой своей, Надя, никого нема. Дом весь дымит, короче, обратно прыгнул. Приехал. Вот и вся ситуация. Куда сейчас направляетесь ехать? Сейчас дети в Днепре. Жена, даже не знаю где, мамка в Словакии. Нет ни телефона, нет ни связи, ни черта. Мы, если увидят, я еду в Краматорск, мам. Раненый, я думаю, жить буду. А какая там ситуация в Приволе, где, откуда вы приехали? Какая ситуация? Все черное, все дымит. И вот именно там, где убивают людей, все пострелено. Весь асфальт, все, и люди визжат, кричат, везде кирпичи. Ну, короче, стреляют именно направлено на эвакуированных. Спасибо полиции. Думал, нехорошие люди раньше. Ну, вы молодцы, пацаны молодцы. И четко и быстро все сработали. Слава Украине.